Это ты повинен в их смерти, поскольку сбил их с пути, поскольку слабый. И тупой. Пора, опустошители, вернуть себе былую славу с новым капитаном Шакерфейсом! Прости, я... Тебя зовут... Шокерфейс? Ну да. А, это типа Шокер. Твое лицо током бьется. Это имя – метафора! А чего? Того, что это имя вселяет ужас в сердце всякого, кто его услышит. Еще! Ну, ладно, если ты так считаешь. Закрой пасть, будешь следующим. У Донта. Так долго. О, как долго я ждал, когда... Что? Я... Прости. Прости бога ради. Просто представил, как ты поутру просыпаешься, смотришь в зеркало и на полном серьезе говоришь себе: я наконец придумал реально отвязное имя! Шокерфейс! Прям нарисовалась картинка. Ой, не могу. Слушай, слушай, а у тебя был второй вариант, типа чпок-пупок? Ну все, ты первый на выход. Знаешь, даже сдохнуть перспектива заманчивее, чем прожить всю жизнь в шкуре дебила, для которого Шокерфейс – верх крутизны. Все, убийств на сегодня хватит. Ты ж сама была главной садюкой галактики. Да, когда папуля оплачивал счета. Жрица хочет придушить лису сама. А голову этого можно выгодно сбыть в дюжине провинции Кри. Предупреждаю, я противник посерьезнее, чем старик без его волшебной стрелы или говорящий черенок. Хочу 10% от улова. И кое-что еще.